Нередко бывает, что владельцы безответственно относятся к своим животным, не убирают за ними в общественных местах, оставляют без присмотра, забывают покормить. Все это доставляет проблемы не только питомцам, но и окружающим людям. С марта этого года в Татарстане начали действовать новые правила для владельцев животных. А именно, владельцы животных обязаны следить за тем, чтобы их питомцы не загрязняли лифты, подъезды, детские площадки. Владельцы обязаны обеспечивать питомцев должным питанием и выгуливать для физической нагрузки, воспитывая и дрессируя. Отправлять собак на самовыгул строго запрещено. Если хозяин не может присматривать за питомцем больше 2 дней, он обязан отдать его на передержку или договориться с кем-то об этом. Если он в принципе больше не может ухаживать за животным, то обязан лично найти ему нового хозяина. Также содержать животное на съемной квартире можно только с письменного разрешения арендодателя. Держать собак во дворах многоквартирных домов запрещено. И, конечно, нужно соблюдать режим тишины. Он несет полную ответственность за свое домашнее животное, то есть выгуливание, где это запрещено, соответственно, и так далее. Также содержание его, то есть хозяин полностью отвечает за это и несет полную ответственность за свое домашнее животное. Также новые изменения, они затронут также передачу домашнего животного в другие руки, то есть хозяин будет должен полностью проконтролировать, если он расстается со своим домашним животным. Также, если у него нет возможности его содержать на протяжении 2 или более дней, также он должен передать его в специализированные места, где ему окажут должное внимание. Все это будет благо регулироваться законом. Новые правила должны уберечь животных и общество от недобросовестных хозяев. За их несоблюдение на владельцев будет налагаться административная ответственность и штраф. Так, на заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике высказался по теме начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов, добавив, что за нарушение они уже наложили 4 штрафа на 31 тысячу рублей. Надеюсь, что и считаю, что люди, которые будут заводить домашних животных, будут более ответственно относиться к ним. И не столько с моральной точки зрения теперь у них будет, так скажем, ограничение, а уже и с юридической. До этого тоже были подобные нормы, подобные запреты, а именно выгуливать там, где это запрещено, то есть на детских площадках, там, где ходят дети, без намордника. Но сейчас эти законы немножко доработались и, соответственно, ужесточились. И требования, и моменты также изменились. На мой взгляд, они будут затрагивать уже больший спектр и оказывать уже большее влияние, то есть на владельцев домашних животных. Никогда не забывайте, что домашний питомец – это не ваш аксессуар. Это в первую очередь ваша ответственность и друг, за которым вы должны следить и ухаживать. Не вредите своим животным и соблюдайте новые правила. Карина Шарова, Карина Саяхова, Универ Новости.